честь именинницы нашей выступает балет «Черепаший». Да-да, «Черепаший». Две дочки с мамашей не сны балет, но каждый балерин бронежилет в избежание искушения совершить покушение. Сколько будет 2 + 2? Замри!
надо задуматься. Наверное, победный венок достанется морским конькам. Сама именинница, Зоя Русалочка, но вряд ли она споет лучше. В нашем царском морском дне выступает... Выступает Медуза Горгулья. Тебя нет в списке. Тебя нет в программе, тебя вообще ни в чем нет. Уважаемые дамы, выступают вне программы. Музыку. Разносится гром. Это мир.
понимаете? По программе полагается выступление русалочки. Если она не выступит, конкурс не считается, никто не получит победный венок. У меня программа. Да-да! Пусть выступит русалочка. Все-таки это ее дело! Это ее дело! Победный венок мой, это ясно. Но если ей так хочется обозориться перед всеми,